Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как я продолжаю изучать язык программирования Python. Я записался на платный курс онлайн-обучения в университете калифорнийском. Калифорнийский университет в городе Дэвис. Вот. Это вот он на Google картах. Я вот тут вот где-то живу, приблизительно. А город Дэвис находится вот здесь вот. Вот он, возле города Сакраменто. Мы увеличим. Сколько жителей там и так далее, я думаю, не надо вам рассказывать. Может быть, потом расскажу, а может быть, и не буду. Сейчас мы погрузимся. Вот, видите? Наугад взял первое попавшееся место в городе Дэвис. Вот это вот веб-сайт городской. Там, по всей видимости, программы, веб-сайт вот этого города, вот это вот веб-сайт университета вот этого отделения. Вот он. Так, ну ладно. Посмотрим картинки. Можно картинки посмотреть. Вот этого кампуса университетского. Ладно, не буду вас загружать. Первую ступень я осилил. Мне даже дали бейдж. В знак того, что я осилил. Вот он на веб-сайте. Вот он, мне бейдж дали. Вот такой вот в онлайне. Так, что вам еще расскажу? Вот, делаю домашнее задание. А вот, это ступени курса. Курс обещал предоставить прочный фундамент в языке программирования Python для Data Science, веб-программирования и прочих всяких направлений. Вот. Курс длится около 9 месяцев. Я месяца 4 уже прошел или 5 или продержался. Вот это темы такие у нас. Вот. Вступление, intermediate сейчас, средний язык Python. Питон для дата-анализа я завалил, к сожалению, из-за того, что много работал. Но все равно я кое-что из этого почерпнул. Остался вот intermediate Python, уже больше половины изучили. Надеюсь, я этот курс не завалю. Еще остались, как сказать, введение в машинное обучение на Питоне и структуры данных, добыча данных, дата майнинг, и большие данные, big data. Вот. Вот это вот среда разработки, где я делаю домашние задания. Курс очень хороший, сразу видно качество образования. Колледж, я так понял, это просто шарага, в которую я больше учиться не пойду никогда. Там учиться надо, если City College, так сказать. Там учиться надо, если хочешь на какую-то профессию голубого воротничка, так сказать.
на электрика или еще какую-нибудь такую простую специальность. Но пока есть время, пока я не слишком старый, можно попытаться что-то более престижное освоить. Вот. На одном из мониторов вот это данные показаны. Вот. В виде списка. Это в текстовом файле я их вывел. Вот программа должна обработать эти данные. Вот так вот выглядит мое рабочее место. Два монитора, клавиатура и все прочее. Там стоит системный блок компьютера, два монитора. А вот это вот текстовый монитор. По технологии как бумага, как электронная читалка. На ней сам текст задания вывожу. Это тоже один из мониторов. И читаю его. Можно выводить книгу в текстовом виде. Ну, больше мне нечего сказать. Я в парк иногда выхожу на прогулку. И хожу пешком по городу. До работы и обратно. Вот, больше у меня ничего пока в жизни нету. Образование, кстати, платное. Я заплатил за него, но об этом не жалею нисколько. До свидания, до новых встреч в сети. Бывайте здоровы.